одной деревне жила-была маленькая девочка. Да такая хорошенькая, что другой такой и не сыскать. Мать души в ней не чаяла, а бабушка и подавно. Добрая старушка подарила девочке маленькую красную шапочку, что все ей с тех пор так и прозвали. Красная шапочка. Приятно познакомиться. А однажды мать напекла пирожков и говорит красной шапочке, ну то есть мне, сходи проведай бабушку. Она приболела, понеси ей этот пирожок и клубочек с ниточками. Красная шапочка, ну то есть я, тотчас отправилась в путь. Дорога шла лесом, бабочки, цветочки, грибочки, птички. Там-то в глухой чаще увидел красную шапочку, ну то есть меня, волк. Сразу ему захотелось меня съесть. Но неподалеку работали дровосеки, и он не посмел этого сделать. Он притворился любезным и только спросил, а куда ты идешь? А я не знала, как опасно останавливаться в лесу и разговаривать с волками. Я вежливо поздоровалась. Здравствуйте, я иду проведать бабушку. Она приболела, я несу ей пирожок и клубочек с ниточками. Вот как? А далеко живет твоя бабушка? Допытывался хитрый волк. Нет, недалеко. Вон там, за мельницами, сразу дом. Я тоже хочу навестить твою бабушку. Ты вступай по той дороге, а я пойду по этой. Волк пустился бежать по кратчайшей дороге, а красная шапочка, ну то есть я, пошла шишком по более длинной дороге. К тому же я поминутно останавливалась, чтобы нарвать орешков или поймать бабочку. А в это время волк уже добежал до дома бабушки и постучался. Кто там? Это я, красная шапочка. Я принесла тебе пирожок и клубочек с ниточками. Потяни за веревочку, дверки откроются. Волк потянул за веревочку, дверка открылась, он набросился на старушку и съел. Затем он запер дверь, улегся в бабушкину постель, накрылся одеялом и стал поджидать красную шапочку, ну то есть меня. Через некоторое время я постучалась в дверь. Кто там? Это я, красная шапочка. Я принесла тебе пирожок и клубочек с ниточками. Потяни за веревочку, дверка и откроется. Я потянула за веревочку, дверка открылась. Я вошла. Поставь корзинку на пол и присядь ко мне. Я поставила корзинку и присела. Бабушка, а почему у тебя такие большие глаза? Это чтобы лучше тебя видеть, дитя мое. Бабушка, а почему у вас такие большие уши? Это чтобы лучше слышать тебя, деточка. Бабушка, а почему у тебя такие большие ноги? Это чтобы быстрее бегать, дитя мое. Бабушка, а почему у тебя такие большие руки? Это чтобы крепче обнять тебя, дитя мое. Бабушка, а почему у тебя такие большие зубы? А это, чтобы скорее съесть тебя. И с этими словами волк набросился на красную шапочку, ну то есть меня, и съел. Но в это время дровосеки как раз возвращались из леса. Они услышали шум в доме бабушки. Ворвались, разрезали брюхо волку, и оттуда вышли бабушка и красная шапочка, целые и невредимые. Вот и сказки конец. А кто слушал, молодец!